Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на моем сервере Кристалликс такую игру, как Симулятор Разрушений. Офигеть, мне кажется, я 2 года не играл в эту игру, или может даже 3 года. Сколько Симулятор Разрушений не выходил? Снова его решили его выпустить, и давайте посмотрим, что же здесь изменилось, как же его реализовали спустя столько лет, типа, сделали ли то же самое, или же добавили каких-то обнов. Я, правда, уже не помню, что было раньше, поэтому... Не, ладно, я плюс-минус помню. Так, хорошо, я, кстати, опоздал на открытие. Он открылся, оказывается, 3 дня назад уже. Вот, а сейчас тем более еще раннее утро, но люди все еще играют. Поэтому советую зайти еще поиграть, если вы еще не играли. Поэтому прикольная штука. Ну, вообще, по идее, должен быть прикольный симулятор. Давайте сыграем. Так, для начала нам нужно пойти. Получается, странно, что никакого обучения нет. Я так подумал, вот если я новый игрок зашел, что мне делать? Вот, ну ладно, я старый игрок, я вам объясню. Если вы зашли, в первую очередь нужно пойти ломать блоки, да. То есть, как бы, вот на первый уровень. Можете только на первый уровень. На монополию вот так вот заходите. Оп. И здесь теперь вы можете либо кидать динамит таким образом. Да, и это, видите, заполняет ваш рюкзак. Либо стрелять фаерболами. Вот, типа, ну, можно комбинировать и тем, и тем. Но, я, соответственно, оружие можно будет прокачивать, которыми вы можете разрушать. И карты будут уже прокачиваться, это прикольно. Так, так вот сюда вот закинем. Опа, нормально, там между кубиками вообще должно хорошо зайти. Бам, все, вообще до фула забили. Сейчас так вот бам, все. И потом выходим, вот на красненькую такую штуку нажимаем. Ну, так, конечно, да, я так сейчас задумался, а вот если я обычный новый игрок, да, как я все это пойму, что мне нужно именно это делать, эту последовательность? Ну, ладно, продажа блоков. Всегда есть хелперы, которые могут помочь в чате. Так, хорошо. Что у нас тут есть, там, типа, улучшение уровня, да, можно уровень качать, монеты, блоки, взрыв. Мне очень не нравится, что вот это вот слева вот это вот висит, типа, зачем мой ник здесь, типа, можно же было просто слева x1, 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 x1 написать, и вот это вот все обрезать, и вообще это где-нибудь написать, не знаю, вот здесь, вот тут вот где-нибудь, знаете, вот. Вот такой полосочкой. Ну, короче, или вот здесь сбоку. Предположим, x1, 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 x1. Типа, вот это эти 4 полоски сверху просто, ну, занимает дофига места. Нахера тут мой ник вообще, типа, вот The Master, нижнее подчеркивание, The Master. Типа, зачем мне это знать? Я типа свой ник забыл. Да, много вопросов у меня возникает к этому режиму, но ничего страшного, их я задам разработчику. Я так говорю, просто потому что я, ну, не был на тестах режима вообще. Если бы я был, я бы сразу же сказал все это исправить. Так, карта должна постепенно, по идее, регениться. Ну, вот она тут постепенно регениться. Так, давай еще выпьем, посмотрим, что мы можем вообще купить. То мы можем приобрести за все наши вот эти вот мучения с динамитом. Ой, ну это я, конечно, немного косой, если честно. А, все, у меня все равно полтинник. 50 из 50, возвращаемся. Опа. Так, там что-то тут что-то выбивает из лутбокса, какие-то огненные заряды удачи. Я тоже хочу. Так, продажа блоков. Угу, так. Улучшение динамита. Вот. Возьмите предмет в руки, чтобы улучшить динамит. Ну, это, наверное, вот этот динамит, да? Ага, монета уровень 1. За сотку монет его можно до уровня 2. Сила взрыва на 10% увеличится. Даже не на 10%, а даже. Это даже на 5% нам увеличится, потому что 2,2 было бы 10%, да? Так, улучшение рюкзака. Вот рюкзак улучшит за 150 монет до 375. Кстати, это неплохая темка. Правда, мы будем его очень долго забивать, мне кажется. Улучшение уровня, это понятно. Так, это что, перерождение есть? Что это перерождение? Опыт, просто награды, опыт и битвы будут даваться. Понял, локации. Еще локации получается. Земля, ад и энд. Ну, вроде бы ад и энд были, на самом деле. Я думал, еще каких-то новых локаций добавят. Ну, ладно. Возможно, этот режим просто сейчас, видите, его отреставрировали, разработчик его отреставрировал просто. Вот, типа, и, видимо, будет дальше уже обновлять, и в следующий сезон уже будут, надеюсь, с обновами. Потому что пока что выглядит то же самое, что было, ну, с, естественно, визуальными улучшениями, с менюшками новыми и так далее. Ну, не хватает обучения, реально, вот я вот сейчас понимаю, что не хватает обучения. На маяк, естественно, я попасть не могу, да, потому что ваш уровень слишком мал, да. Мне нужен уровень 2, чтобы я мог попадать на маяк, вот зачем левела апать, точно. Я разобрался, блин, как будто бы это все должно быть в обучении, знаете. Ну ладно, хорошо, пока что сейчас накопим 150 голды, и можно купить себе рюкзак. Либо можно купить себе бесконечный рюкзак сразу же, типа, ну-ка. Что здесь вообще есть? Типа, глобальный бустер, глобальный мешок монет, легендарная взрывчатки, кристалл сохранения, слот для питомца, слот для руны, подарочки с питомцами. Да, типа, если я куплю, после покупки все игроки на сервере получают ключ от лутбокса с питомцами. Дайте всем по лутбоксу с питомцами, чуваки. Вот, а я что получил? А я получил, да, ключ с титулами и с питомцами. Так, давай. Титул открываем. А, быстрая. Необычный титул. Ломка, да? Отличный титул мне дали, спасибо. И питомцы. Сейчас тоже выбьем себе кому-нибудь. Быстрая. А, погоди, это не питомцы. Это что у нас? Это кейс обычный. А где питомцы? А, вот питомцы здесь. Так, питомцы, поехали. Обычная лиса, окей. Ну, хотя бы хоть что-то. Так, меню открыть. Ага, здесь у нас ежедневные награды, платные возможности. Ежедневный магазин забиться, экипировка персонажа. Давайте возьмем. Вот питомцы. Питомцы, вот я лису взял. Она, кстати, блоки дает X, это хорошо. Так, экипировка, вот титул. Ну, просто такой титлок сделаем. Пойдет, в принципе. Два черепушки, две черепушки еще просто не колол. Так, теперь у меня есть лиса, которая будет давать мне больше денег, соответственно. Так, давайте продаем блоки. Вот. Блин, немного не хватает. 3 монеты не хватает, серьезно, для того, чтобы апнуть рюкзак. Ну, сейчас мы апнем рюкзак. Потом нужно будет апнуть себе оружие.
Нужно будет вообще поменять себе оружие, потому что мне не очень нравится. Ладно, динамит еще вот этот бросающийся, это еще ок. Типа окей, я его бросаю, типа окей, мы что-то получаем с этого, это окей. Вот, ну еще и карта такая отстойная первая, нужно быстрее левел апнуть до второго. Мне кажется, даже не знаю, что лучше, левел апнуть до второго или же рюкзак там прокачать. Нифига, тоже мужики с ней пришли. Теперь мешает мне тут ломать блоки, тоже здесь бегают что-то, ну, мужики. Так, тиндишку все кидаю, мне кажется, этого уже должно хватить. Да, у нас 50 из 50. Продаем все-таки рюкзак сначала, куплю его больше, потому что можно гораздо дольше стоять. Да, видите, у меня бустер блоков стал x1.25. Продажа блоков, улучшение рюкзака и улучшаем. А сколько мне нужно денег, чтобы улучшить уровень? Мне нужно 200 монет, блоков 500, взрывов 50. А у меня сколько того и того? Где вот... Вот где узнать мои взрывы там, не знаю, вот это вот все остальное. Вот типа вот так вот смешно то, что вот какая-то бесполезная информация, о ком у меня буст, чего здесь есть, а информация о моих там, не знаю, там вот этих вот взрывов, например, где оно, блоках. Где эта инфа? Где ее найти? Я вот на экран сейчас смотрю, я нигде не вижу. Вот здесь вот есть опыт, есть перерождение, есть уровень. Окей, а это где, типа? То мне не хватает, я даже не знаю, чего мне не хватает. Смотрите, я нажимаю улучшить, типа, я даже не знаю... Ужасно сделан режим, прям вообще отвратительно, если честно. Вот дизреспект ставлю это разработку. Ну, надо было лучше проверить режим. Нужно было реально сходить в него открытать, потому что это пипец. Такие вот вещи какие-то супер элементарные, они здесь просто не сделаны, не продуманы. Я даже не знаю, ну типа. Бам! Нифига, это я столько взорвал. А, это чел специально взрывает, руинит. Не, мне сейчас нужно будет менять реалм, потому что он мою площадку здесь уничтожает. Потому что это я, да, демастер, конечно, нужно демастеру заруинить. Это же типа дефолт на кристаллик. Всегда видишь демастера, нужно ему подруинить. Так. Ну ничего, я могу здесь сбоку монополии ломать тоже, соответственно, здесь тоже есть блоки. Вот, потому что, чтобы вы понимали, типа, топовому игроку нет смысла здесь находиться на низкой локации. Здесь, в основном, все соревнуются между собой. Соответственно, потому что топовые игроки, они, типа, на более высоких локациях сидят там и фармят больше денег, соответственно. То есть на каждой новой локации ты получаешь больше валюты или больше опыта, ну, короче, вот, что-то типа того. Ну, как будто 50 взрывов я уже сделал, если честно. Так, бам-бам. Вы получили ключ от обычного лутбокса, ну-ка. Не, это прикольно. Прикольно, что я так вот играл, просто реально вы получил какой-то ключ. Ну-ка. По какому принципу, интересно, здесь выдаются? Так, ну что ж, открываем. Тут можно какие-то кристаллы, давайте. Ну, открываем быстро одно. Просто дали денег. Вы получили 2 монеты! Серьезно? Это что, рофл какой-то, типа? Ну, это вообще бред. 2 монеты, это вообще... Чего, блин? Да вы гоните, типа, не... 10% от вашего баланса, 5% от вашего баланса. Что за ужас? 10%, боже мой, от вашего баланса. У меня было баланса, ну это вообще капец. Типа, ну тут тоже знал, что это так дерьмово работает. Сотку стоит улучшение здесь. Тоже на 5% растет, как будто бы нет смысла это дерьмо качать. А погоди, есть вообще продажа других оружия? Я понять не могу. Просто, ну вот раньше были другие оружия, как будто, ну давайте, главное меню откроем. Так, экипировка, ежедневная награда, давайте заберем. Я уже забрал. Так, ежедневные квесты. Понятно. Я вообще не близко. По блокам вроде бы куда-то иду. А, вот, смотрите, 36. Я только здесь могу посмотреть, сколько раз я использовал бомбу или что-то еще. Что за бред? Не, ну это реально бред, чуваки. Это реально жестко. Если не будут давать никакую информацию, то я даже не знаю, как выигрывать-то получается. Типа, ну как, типа... И, типа, каждый раз подходить к чуваку с левелом, посмотреть, не хватает. Вот, смотрите, что делает. Ну, просто гнида. Вот, ну вы видели, да? Прям вот на мою тинтишку я кидаю. Ну, смотрите, что делает. Ну, смотрите, что делает, боже мой. Ну, я могу реалм просто сменить. Дайте просто реалм сменю. Так, ну все, ну я сменил реалм, потому что там уже начали мешать, если честно. Продал 200 за 200, поправляем. Можем мы апнуть левел. Нет, потому что мне чего-то не хватает. А чего мне не хватает? Блоков, взрывов, чего? Может, я слепой, реально не вижу, чего мне не хватает? Типа, ну, это капец, типа, чуваки. Ну, вы тоже не видите этого? Но я уверен, что взрывов мне не хватает. У меня было написано 36 взрывов, которые я нашел в достижениях эту информацию. Нифига здесь чел просто разваливает. Он хотя бы, знаете, сейчас не стреляет целенаправленно в мои блоки, это уже хорошо. Я не против, понимаете, чтобы кто-то разваливал карту вместе со мной на одном и том же уровне. Но когда я смотрю, как чел летает с флаем, типа, условно говоря, смотрит чисто на меня, и как только я кидаю бомбу, кидаю туда фаербол, чтобы моя бомба не успела взорваться, ну, конечно, это меня триггерит, опять же. Так, нормально. Сейчас пока что, видите, ну, здесь дофига реалмов, я, слава богу, могу просто прыгать при реалмам. Да я не думаю, что я буду с этим разрушением прям много играть, потому что в целом я уже вижу кучу недостатков, и я понимаю, что здесь нужно очень много работы еще провести. Все-таки, знаете, вот иногда бывает, вот этот режим топилова, вот с ним всегда сложно, вот реально. Потому что я вот иногда бывает думаю, ну, все, топилов уже столько лет работает, да? У него точно не может быть проблем, типа, он уже столько ошибок допускал, типа, тестеры, протестеры говорят, все окей. Я такой, типа, ну, у меня не было времени зайти проверить, знаете, я такой думаю, ну, ладно, пофиг, типа, не буду заходить, не буду проверять, там, наверное, точно все окей, типа, все говорят, что все окей. А в итоге я сейчас смотрю и понимаю, что, ну, вообще не окей, типа, что нельзя было такое выпускать в релиз. Надо было доделать, до ума довести, чтобы это было играбельно и приятно, ну, ладно. Ладно, надо будет все-таки взять, понимаете, всегда вот думаю о том, что нужно всегда полностью все контролировать.
Ну, все контролировать невозможно, да просто реально времени не хватает. Типа, ну, жизнь-то она, понимаете, она такая, типа, сложная штука. Нужно кучу всего успевать делать. Так, ладно, я почти забил рюкзак. И да, я прям чувствую, что мне не хватает моей мощи, понимаете. Ой, пойду 10% от сундука выбью этот мусорный баф. Не что просто выдавать, не знаю, монетам не процентно. Или сделать один вариант процентно, один просто 200 монет бы давало бы. Неплохо было бы, да. Открываем быстро, получается 5 монет. 5%. Ой, ю-ху, сколько там? 12 монет, да-да-да, вот это мощь. Тут деньжища какие пришли, лучший уровень. О, могу. Лучше, вот теперь снова нужно будет, теперь нужно будет танцы с бубнами. Сколько у меня там блоков. Сколько у меня там чего? Ну, это вообще жесть. Я вообще до сих пор сложно в это поверить, если честно. Так, локация. Ну, локация-то я смотрел уже, получается. Где оружие? Продать предмет? Это что такое? Вы не можете продать? Это, видимо, свои пушки можно продавать. Но где-то, видимо, можно достать более крутые оружия, да? Наверное, вот эти вот, да, получаются более крутые. Огненный заряд удачи, динамит удачи. Типа, только эти штуки есть и все. Типа, больше... А, типа, других оружий нет. Просто в симуляторе разрушения, чтобы вы понимали, чуваки, было дофига оружий раньше. Прям реально дофига. А он оставил только динамит и огненный заряд, серьезно? Вижу симулятор разрушения только что, он типа, ну... Да, да, чуваки, да. Типа, два оружия. Раньше, типа, в симуляторе разрушения, в который мы играли, в дефолтный, да, там было 50 тысяч разных оружий, ты мог их менять, да, то есть, как бы ты постепенно... У тебя прокачка была не в том, чтобы, условно говоря, купить, прокачать силу удара твоего оружия, да, а прокачка была в смене оружия, и в этом-то и был прикол, это и было кайфово, что ты каждый раз по-разному все это взрывал. Ну, Топилов вообще дурак, если он этого не понял, типа. Ну, это капец, чуваки, это капец. Ну, типа, сами подумайте, ну, просто этот симулятор, он очень простой, и как раз-таки суть в том, что ты разными способами взрываешь все эти постройки, и каждый раз способы становятся все более масштабные, там всякие лучи с неба, лазерки и так далее. Это очень круто, эффектно. И людям это нравилось. В этом-то и была суть этого режима, понимаете? То, что вы сейчас видите, это какая-то, даже я бы сказал, бы хоть и визуально лучше выглядящая, но более кастрированная версия того, что есть. Вот так вот, ребята, вы думали, что только уходить в свои режимы на кристаллике? Нет. Типа, я в любом случае буду говорить, как я думаю, понимаете, как есть. В этом-то и фишка. То, что, конечно, будь я, типа, дефолтным ютабером, да, я бы сейчас сказал бы такой, не, ну мы, конечно, все исправим, типа, все сделаем, чтобы все было отлично. Но это так, недоразумение небольшое получилось. Ну не, ну, конечно, мы это и будем постараемся исправить. Я просто не разрешу к выходу стимулятор разрешения. Вайп, окей, пусть играют. Все, как только сервер уйдет на вайп, он в следующий раз откроется, только когда добавят больше оружия, добавят, ну, типа, поменяют механику, потому что это сейчас, ну, реально неинтересно. Я вот уже представляю, что вот, ну, типа, я сижу и просто вот взрываю. Во-первых, обычному новому игроку нифига не понятно, как до сюда дойти, да? А во-вторых, типа, ну, а в чем смысл? Типа, каждый раз у тебя только фаербол и динамит, и даже, типа, даже получается в лутбоксе у тебя только динамит и фаербол просто с большей удачей. Да, ну-ка, в донате погодите, в донате тоже только динамит и фаербол. Настолько вот ленивый Топилов, да, вот, ну, типа, понимаете, такую вещь не сделал. Вот, легендарные взрывчатки, давайте возьмем, купим легендарные взрывчатки, мне даже интересно. Да, у него просто здесь еще один динамит и фаербол, который, скорее всего, просто будут чуть больше взрывать. Ну, или сильно больше. Ну да, вот, ну типа то же самое, абсолютно. Просто по 3 кидает, он просто по 3 кидает, лол. Лол, это же то же самое, боже мой, это так отвратительно, это так мерзко. Короче, я, ну чуваки, я прям максимально недоволен этим, это вообще, это ужас. Как по мне, это ужас, ну типа это неправильно делать такой режим. Типа ладно, ты делаешь старый режим, не, ладно, окей, возможно для игроков, которые ждали этот режим, хотели просто что-то повзрывать, это прикольно, но по-моему, они ждали не этого. Они ждали режима, где они смогут, ну, полноценно повзрывать разными взрывчатками, не вот этим вот, если честно. Не, может быть, в последний выход тоже было всего одно оружие. Я последние вайпы симулятора разрушений там пару лет назад не играл, если честно. Ну, реально не играл. И, возможно, там как раз-таки все было иначе, да. То есть, ну, типа, все было так же, как я... ну, типа, все тоже было всего два вида динамитов, но это же вообще бред, типа, а в чем-то смысл? А еще здесь должны быть, знаете, что он не сделал? Здесь должны быть ускорители. Типа ты встаешь, и тебя вперед помогает бежать. А, он сделал здесь слаймы, да? Даже непонятно, что эти слаймы, они тебя, типа, ускоряют. Вы посмотрите, типа. Ну, это вообще, ну, это очень... Ну, короче, да, я для себя сделал выводы, чуваки, не переживайте. Я сделал для себя выводы, мы это все исправим в следующий раз, типа. В следующий раз это разрушение не выйдет просто. Потому что, ну, он сделан плохо. Типа, ну, я уже играю, я понимаю, что, типа, ну, у меня всего два вида взрывать штуки. Ну, я говорю, здесь основной кайф, ну, типа, вот вы напишите в комментариях, как вы думаете, типа, в чем основной кайф симулятора разрушения, да, типа, в том, что ты просто разрушаешь блоки, типа, ты, типа, или что, типа, ну, в том, что ты, типа, их взрываешь по-разному. Я просто знаю, откуда симулятор разрушения пошел, взял свои корни, это было из Роблокса.
Мы надоиграли в Roblox очень много, я помню. Я, Аид и Позитифон. Позитифон вроде до сих пор там надоиграет. Он там больше в Бравл Старс или игры от Бравлов там, и так далее. Ну, от суперцелов. Вот, ну типа, и я помню, что как бы я первый раз зашел на симметр разрушения в Роблоксе, да. И это было реально прикольно, что ты типа бах, обновил оружие. Сначала у тебя такой пистолет, я немного взрываю, потом какая-то дневная шашка. Потом ты доходишь до ракетницы и думаешь, ну все, ну круче ракетницы, что еще может быть? Ну тебе дают там ядерную бомбу, потом тебе дают какой-то расщепитель частиц. И ты такой сидишь и думаешь, еман, что там еще дальше, какое следующее оружие? Типа в Майнкрафте здесь же можно было сделать кучу разных оружий, которые как-нибудь прикольно падают, там, типа, знаю, там бомбардировка. Ну хотя бы 10 оружий добавить, ну не знаю, 20 оружий добавить прикольных, типа, разнообразных, типа, и так далее. Но нет, можно же добавить просто прокачку. И пользователи же схавают, да, типа, ну, вот я, знаете, это как будто бы видос делаю чисто для Топилова. Не, ну вы тоже можете написать свое мнение в комментариях, чувак, я тоже потом почитаю, мне интересно даже будет, что вы со мной согласны, или, может быть, наоборот, так лучше, что есть всего два оружия, и только их прокачивать нужно, типа, не знаю, но по мне это, типа, большое упущение, ну, мне так кажется, возможно, я не прав, типа, возможно, вы сейчас скажете, что, оу, ты мастер, ты не шаришь, типа, да, наоборот, так даже лучше, нифига он лапается, ну, да, у него, конечно, здесь сила гораздо выше, я, он еще сейчас доапал, смотрите, вот до 4 просто, теперь еще больше силы, ну, это да, с таким оружием вообще даже, типа, ну, ладно, окей, натерское оружие, я ничего не говорю, ну, типа, а обычному игроку-то как такое оружие получить, типа, вообще, типа, все никак. Даже на САУ уже все это давно продумано, что на САУ чуваки могут получить там эти дополнительные руны, дополнительные слоты питомца, то, что вот задонат покупается. Через игровым путем можно получить топилово, все еще, типа, задонатил штуку, и ты бессмертный. Типа. Ладно. В принципе, что я размещаюсь, типа, здесь на таких простеньких симуляторах, типа, которые люди играют дольше недели, типа, обычно донат реально жесткий баланс. Вот, здесь уж с этим ничего не поделаешь, вот. Вот, но вообще, в целом, да, в целом, типа, я скажу честно, типа, есть некоторые приятные визуальные решения, типа, да, то есть, есть, видно, что топилов хочет это все... свою эту систему сделать, чтобы там были всякие битсы, не битсы, а я не купил себе уровень, мы. Вот, ну, чтобы такая вот темка его там была с этими битсами, ну, вы видели, если играли в этот катану и так далее, да, или в сокровище, вот, то есть, но, если честно, надо что-то более делать, мне кажется, типа. Я думал, то, что он здесь что-то переработал, добавил какие-то новые фишки, а здесь вообще, типа, нихера, вы понимаете, типа, я вообще захожу, ну, типа, ну, здесь как будто бы играю в то же самое, чтобы даже карта та же самая осталась, могу новых карт заказать каких-нибудь, но даже он этого не сделал, типа, я бы, на самом деле, новые карты бы заказал, потому что, ну, что, вот в эту монополию я уже играл, типа, можно было, чтобы билдеры что-то новое придумали, типа, в целом, почему бы нет, типа, или, может быть, дизайн какой-нибудь, фон бы сделал новый, здесь, типа, карта настолько старая, что здесь даже новые блоки не используются, а у нас уже новые блоки доступны, вы понимаете? То есть даже карта не обновлена. Ну, короче, я жестко недоволен, чуваки, жестко недоволен. Я все равно выпущу это видео, чтобы вы знали, что я недоволен, да, вот так вот. Так, ключ от обычного лутбокса. У меня 5 ключей от обычного лутбокса, сейчас получим свои эти крохи. Сейчас нам в рот насрут. Купите X5 кейсы, да сейчас купим X5 кейсы, где у нас X5 кейсы? О, бесконечный рюкзак. Автослияние, телепорт, супер игрок, автоматическое открытие кейсов. О, все, отлично. Так, обычный кейс, давайте. X5, поехали. О, огненный заряд удачи дали и кристалл сохранения, нифига себе. Мне кажется, легендарный огненный заряд лучше, чем огненный заряд удачи. Что думаете, чуваки? Ну, сейчас зайдем на какую-нибудь арену и там постреляем, конечно. Так, ладно, пока что пойдем улучшим уровень, если возможно. Возможно, в этот раз было возможно, оказывается. Сколько нам нужно денег до следующего? 730, значит, либо блоков нужно 23к, либо взрывов 150, да? Фух, ну ладно, в принципе, здесь уже все понятно. Я, может быть, еще один видосик по этому симулятору разрушения запишу. Знаете, вот это такой приветственный видос, я немного от него задизморавился, если честно. Ничего страшного, не сильно задизморавился, скажем так, да? В этом видосе я поиграл всего там, типа, минут 20. Ну, я думаю, это достаточно уже от моего первого мнения. Знаете что? Чтобы сложить более четкую картину об этом режиме, я, наверное, сниму еще одно видео по этому режиму попозже. Где я поиграю в него, не знаю, часа 2-3. Чтобы... Ну, просто сейчас пока что мое мнение может выглядеть достаточно предвзятым, потому что я поиграл всего 20 минут. Типа, я уже думаю, что это говно. Просто, знаете, я вам скажу так, то, что вот многие люди в наше время любят зайти в какую-нибудь игру, или начать смотреть какой-нибудь сериал, или аниме там, да, условно говоря, или там начать какую-то читать книгу, и дропнуть ее прямо с самого же начала, потому что вам покажется, что она неинтересная, да? Но я понял одно, что надо давать таким вещам шанс, типа, вот, ну, побольше, да? Может быть, типа, эта штука раскрывается, типа, там, где-то через 2 часа геймплея я пойму, что это даже круче, что мне вот не приходится там думать, париться там и так далее, типа, посмотрим. Может быть, я изменю свое мнение, может нет, но об этом вы узнаете уже в следующей серии симулятора разрушений. Ну, блин, с бесконечным рюкзаком удобно, я могу сныть столько фармить, а потом бах, телепортироваться, сразу же все это продать. Ну, а да, во всем этом мы узнаем уже, получается, в следующем видосе, дорогие друзья. А нам пока что все.
С вами был я, Майнкрафтер The Master. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, заходите на Кристаллик, сыграйте. Ну, в что-нибудь, можете все это разрушение даже попробовать поиграть самостоятельно. И потом сравнить ваше мнение с моим. Может быть, вам, наоборот, понравится. И типа, вы скажете, The Master, ты зря тут возмущался. Кто знает, может быть, даже будет так. Вот, на этом, в принципе, все. С вами был я, The Master. Всем удачи, всем пока-пока.